Снимаю наш дом, где мы остановились. Вот там на втором этаже мы живем. Вот наши велосипеды стоят. Лестница это только к нам относится. Поднимаемся по лестнице. Здесь такая калиточка. Петухи кукарекают. Вид потрясающий, конечно, вообще. Вид это что-то. Не могу понять, что это за фрукты у соседей растут. Видите, желтенькие. Что такое? Здесь вечером вчера где-то осел иакал. Это громко прям. Детская площадка, церковь там. И вот наша терраса начинается. Вот там под низом у нас тоже соседи жили. Вчера еще жили. Сегодня что-то их не слышно уже. Эту гору я прозвала Рио-де-Жанейро. Мы в том году, когда здесь были, отдыхали немножко левее. И со стороны она смотрится, как гора в Рио-де-Жанейро, где крест стоит. Такая терраса, знаете, хочу сказать, что все здесь как-то добротно. Гляньте на потолок, такие брусья, такое дверь из такого дерева добротного какого-то сделаны. Все, сразу заходим к нам. А стена одна такая с кирпича, а дальше идет поштукатурена. Ну, вид, конечно, потрясающий. Я просто влюблена в этот вид, в эти крыши. А еще, знаете, сегодня заметила, что крыши старые же были вот такие, а сейчас вот их обновляют и тоже делают такими же маленькими черепичками. То есть они не отходят от своих традиций. Заходим. У нас здесь немножко такой непорядок. Здесь большая комната, диван стоит, столик, диван раскладной, кухня сразу. Что, телевизор, обеденный стол, зонтик с этой, ну, для сада, наверное. Дальше проходим, прямо попадаем в туалет. Туалет, душевая кабинка. Душевая такая маленькая, небольшая. Здесь, как всегда, биде. Ничего такого. На окнах. Окна ставни закрыты здесь. Шторки красивенькие висят. Батарея. И комната спальни. Спальня. Ночью я примерзла, достала со шкафа еще одеяло какое-то. Нашла шкаф, очень маленький. У нас наши вещи не помещаются вообще никуда. Мы набрали и теплые вещи, и летние. Поэтому со шкафом как-то они не продумали. Еще написано для 4 человек. Я не знаю, как здесь для 4, если для 2 вещей мало. Наши сумки там стоят. Окна тоже мы закрыли. Здесь, мне кажется, не хватает одного большого панорамного окна. Вот как двери, да? Такой вид обалденный. Они стенку придумали. Ну, у каждого свои. Полы, как всегда, здесь такие плитки лежат. Кухня не была ни тряпочек, ни моющего, ни соли. Короче, мы все вчера поехали, купили. Первый раз я приехала, ну, сняли мы такое жилье, что заезжаешь и ничего вообще нет. Наверное, времена тяжелые настали. Ну, у нас тут, конечно, немножко непорядок. Видите, сумки нет, шкафов, куда это все сложить можно. Куда? В шкаф с одеждой они не влазят. В тумбочке там тарелки в них стоят. Здесь холодильник. Здесь холодильник. Здесь что у нас? А здесь кастрюли. Там мусор. Здесь не знаю что. А здесь ведра для мойки. Здесь газовый котел. Газовый.
Вот что-то газовое, короче, стоит. Внизу тоже для мытья полов. Так что вот такой вот обзорчик вам сделала. Ну, будем собираться. Сейчас куда-то будем уже выезжать. Что-то там тучка какая-то на дождь похожа. Не, ну по прогнозу до 12 часов дня пасмурно, а потом солнышко. Ну, не знаю, посмотрим. Хотя вчера вечером было написано, дождь весь день будет. Но сегодня уже все поменялось.